під час змагань спортсмени часто кажуть, що отримали необхідний досвід. Ці слова не досить гучні, аби брати їх для заголовків, але це важливо, тому що досвід у поєднанні з можливостями тіла знаходить ту точку рівноваги, яка дозволяє отримувати високий результат. Доброго дня, це «Спортивний інтерес», тижнева програма про харківський спорт. Ми вже закінчили свій тренувальний цикл і всі сиділи, боліли за Кулика. Поставив собі ціль, у мене немає права на ошибку, треба виграти всіх, попадати в фінал. Був готовий в плані фізичному, але морально ще не так був сильно підготовлений. Вже, в принципі, состав, так сказати, устаканився, тобто, в принципі, одні і ті ж суперники. Всі, можна сказати, так, голодні, хочуть соревнуватися. Сложений всеукраїнський турнір, і я виконав норматив кандидата мастера спорту. Ти должен не только теперь выиграть чемпионат Украины, а еще по рейтингу быть первым. И у меня это желание такое сильное, что я и выиграю. Первое в мире событие такого масштаба, конкуренция лошадей с роллерами. Это было субботний вечер, мы уже закончили свой тренировочный цикл и все сидели, болели за Кулика. И Кулик принес нам огромное удовольствие, радость, попал в финал чемпионата Европы. Выиграл до этого три встречи довольно-таки у серьезных борцов, немцев, которые русского происхождения, такое очень приличное. Венгра и белоруса, который белорус оказался довольно-таки крепким орешком, выиграл у призера чемпионата Европы и мира турецкого борца. И самое интересное, что Кулик проявил бойцовские качества, характер, все, но самое главное, что он проявил очень много такой техники. И, знаешь, доставил удовольствие борцовскому миру, тем любителям всем, которые, знаешь, такие, отдает вертушку делать, набрасывает ноги, делает там свои технические мульки такие и ложит чисто. Знаешь, чистые победы вот эти вот, они приносят удовольствие и аплодисменты. Отборочный чемпионат Украины до 23 лет. Я думал, честно, намного сильнее будет чемпионат Украины, но приехал, узнал, что почти все мои соперники, с которыми я боролся раньше, они почти все перешли в 77. Только наоборот, один из 67 провисности был, который сейчас завоевал лицензию на Олимпийские игры. Вот на него я очень сильно настраивался. Я понимал, что у меня, ну, можно считать, одна такая важная встреча. Ну и слава богу, все получилось, отобрался. Был в хорошей форме, и главное для меня было не травмироваться, поскольку у меня часто бывают травмы, я болею перед важными соревнованиями. И для меня вот было главное поддержать иммунитет, не заболеть, хорошо прям в отличных кондициях подойти, и слава богу, так и получилось.
поставил себе цель, у меня нет права на ошибку, надо выигрывать всех, попадать в финал. И я стремился выиграть золото, но, к сожалению, противник был поопытнее. После немца я знал венгра, знал, что он такой толкач, ну, особо так и не переживал. А в полуфинале я уже думал, что буду бороться с турком, но турок, выигрывая 3-1, за 40 секунд до конца проиграл белорусу, улетел на 4. И для меня это наоборот, ну, как бы было лучше, спокойнее мне, потому что туркам помогают и судьи, и ну, мне так бы намного спокойнее мне было. Так что не переживал, был уверен в себе. Я понимаю, я вроде стал серебряным призером, на ступень выше, но все же последняя встреча была проиграна, и у меня как такой радости не было. В полуфинале также я вроде выиграл, только начал радоваться, и у меня сразу бросили протест. И пока разбирались, было то, что не было, зацеп был, у меня как-то прошло это чувство эйфории, и как такой радости у меня не было, если честно. А те, кто третьими, да, смотрю, все так радуются. Даже не знаю, как на это ответить, но все равно лучше, намного лучше в финале быть, чем в чемпионате. Чтобы попасть на чемпионат Европы U23, нужно было выиграть отборочный чемпионат Украины U23. Было пару напряженных встреч. В полуфинале я встретился со своим другом, соперником. Все время мы в одном зале тренируемся с ним, с Владиком Коваленко. Я победил при счете 1-1 и вышел в финал. В финале довольно быстро получилось разобраться. Боролся против Святослава Калашникова. Выполнил 2 4-бальных приема и закончил встречу досрочно. Был готов в плане физически, но морально еще не так был сильно подготовлен, потому что U23 это первый мой чемпионат. Раньше я выезжал только по кадетам, это до 17 лет. И сейчас так получилось. В первой встрече хорошо и румына прошел, но на вторую меня чуть не хватило с немцем. Расстроен, конечно, то, что я ожидал лучшего от себя. Но сейчас не время расстраиваться, нужно готовиться. Сейчас едем в Румынию на турнир международный, и через месяц у меня чемпионат Европы по молодежи. Там более-менее моего возраста, ну там на год старше, мне еще 2 года по молодежи осталось, этот и следующий. Сейчас, конечно, попроще будет, потому что ребята помоложе. Очень много дало для результата, для победы его выезды там, за границу с Дмитрием Тимченко в Литву, в Германию, еще в другие страны. И там большой спарринг партнеров. Он выигрывал на этих спаррингах у призеров чемпионов мира, участников Олимпийских игр. Поэтому очень сильно все удивляются, допустим, что ну, это не олимпийская категория. Поэтому я думаю, что у него еще будут успехи, результаты дальше, продолжать работать. Супертяжелая категория в этот раз подвела чуть-чуть, заняла 7-е место. Ну, скидку делаем, что молодой, только исполнилось перед чемпионатом группы 19 лет, 130 вес, 1,96 м рост. Хитрый очень, но тактику не выдержал, проиграл немцу, хотя в первой встрече выиграл румына, двукратного призера чемпионата Европы и призера чемпионата мира. Довольно эффективно. Всем понравилось, очень фотография. Но дальше сложно. Потому что ну, более старшие, на 3-4 года молодцы. Но я думаю, что перспектива очень большая. И будем тоже трудиться. И добиваться успехов. Потому что кроме медалей золотых уже ничего не хочется. We'll be right back.
в этом году я уже проехал 3 этапа и в Полтаве, и в Днепродзержинске. Во всех 3 этапах получилось хорошо себя показать, выиграл все 3 этапа. Уже, в принципе, состав, так сказать, устаканился, то есть, в принципе, одни и те же соперники. Они поджимают каждый год. Ну, наверное, последний этап, он был достаточно тяжелый, потому что во всех 3 стартах у меня не получалось быстро сорваться с места и уехать. И я выезжал со старта иногда 2-й, 3-й. То есть, и помимо заезда мне приходилось мало того, что догнать, так еще и обогнать всех соперников, которые успели меня со старта объехать. За спиной Дерюги идет внутрикомандная борьба, опять же, между Фурникой, Одиницей, Тилюк, то есть это вот 3 спортсмена, которые претендуют на, иногда даже на золото, а чаще на серебро и бронзу. Вячеслав Путятин, он выступает в Италии, последнее его достижение – это 5-е место на трофее Маргути. До этого это ряд международных соревнований. Лучшие показатели в районе 7-10 места у него были. Ну и борьба с чемпионами мира, с многократными, иногда 2-3-кратными. У нас, как известно, самые мощные моторы, машины. А в этом году мы, помимо этого, вводим первую ступень любительского картинга. То есть начинаем с обычных автомобилей, обычных картов. И более массово это будет все выглядеть, потому что любителей обычно много, да, и вот... Борясь между собой, они как раз дойдут до уровня СВС и этой французской серии. И мы планируем, что стартанут в районе 20-25 человек, а СВС получит свой актив, наверное, 3-5 человек новых. Подкосило, только начинают проводиться турниры, все, можно сказать, так голодные, хотят соревноваться. Сейчас каждую неделю турнир, и перед летними, грубо говоря, каникулами надо было нам провести этот всеукраинский турнир, так как он стоит в календаре. Поэтому решили быстро мобилизироваться, провести. Постелили 5 площадок, была главная задача максимально быстро закончить. Как всегда, хорошие призы, дети довольны, тренера довольны. Стараемся держать марку наших турниров. Попасть на чемпионат Европы, попасть в сборную, ты должен не только теперь выиграть чемпионат Украины, а еще по рейтингу быть первым. То есть, если ты проиграл на чемпионате, например, в финале, у тебя есть шансы еще за год догнать своего противника и поехать на Европу. У нас нет договорничков, потому что все равно, как бы мы ни дружили, то все хотят быть первыми, лучшими, и чтобы их спортсмены выигрывали. И все дети тренируются одинаково, тренера работают одинаково, и каждый как бы хочет ценить свой труд. Вот, поэтому мы все дружим, мы не перестаем дружить после турниров, но здесь честная борьба, дружба вся за Даянгом.
Мне нравится этот вид спорта. Я каждый день тренируюсь и иду к новым целям. Я в первом раунде изучал соперника, а потом уже работал с ним. Ну, он работал правой ногой. Он, получается, бил стоп-удары и заходил в клинч, и потом делал удар в голову. Мне нужно было стоять и ждать, пока он начнет действовать, и встречать его стопом ударом в голову. Я тренировался 8 лет, был сложный всеукраинский турнир, и я выполнил норматив кандидата мастера спорта. Рисованием, и танцами, и джиу-джитсу занималась. И наконец-то пришла в тхэквондо. К этому спорту мне привел папа. Он мне на него показал, сначала мне не понравилось. А потом я его так полюбила. Это вообще... У меня длинные ноги, дерусь я хорошо. Тренер хороший, это самое главное. И много друзей. Бью дистанции, например. Бью в голову. И вот самое главное, не обращаю... Ну, я волнуюсь, конечно, как все. Но я всегда верю, что я выиграю, понимаете? И у меня это желание такое сильное, что я и выиграю. На тех турнирах, которые организуем мы с Антоном Сергеевичем, ну, как-то у моих детей лучше получается выступать. Не знаю, почему это с этим связано. Как-то они настраиваются нормально, вот следят за их выступлениями на других стартах. Вот мы только приехали с экранского турнира с Ивано-Франковска, где там попролетали. Тут мобилизировались и те люди, которые я даже не ожидал, доходили до финалов. Будет Европа, будет мир по кадетам и юниорам, хотя говорили, что его, в принципе, отменили, его вот приняли недавно решение. Будет. Ну, из ближайших стартов это мультиевропа в июне в Болгарии, вот мы там тоже некоторые ребята собираются ехать. В нашем турнире провели бои, поединки взрослые ребята, были денежные вознаграждения для взрослых, потому что взрослый спорт, куча турниров по взрослым очень-очень мало. Не знаю, почему с этим связано. Поэтому стараемся и взрослых давать возможность выступать, как-то поощрять. Такого масштаба
конкуренция лошадей с роллерами. По маркетингу, который мы проходили, нужно было сделать что-то креативное, чтобы привлечь к своему виду спорта что-то интересное. Конный спорт сказал, что он, ну, это достаточно дорогое удовольствие, пригласить лошадей, наездников. Поэтому мы обошлись своими силами, пригласили клуб, который выставил лошадь и проехался на, как говорится, с нашими роллерами на перегонки. Скажу так двояко. Некоторые роллеры проиграли лошади, это видно на нашем видео. Некоторые роллеры выиграли. Плюс мы провели две дистанции, 500 метров и 100 метров. Ну, скажем так, в двух дистанциях некоторые роллеры победили лошадь. Максимальная скорость лошади 60 км в час, роллеры на гонке в во Франции к суточной развили 75 км в час. Ну, там были горки. Вот. Если говорить вообще о средней скорости на марафоне 42 км в час, роллеры средняя скорость 42 км в час. То есть за час проезжают гонку. Также мы в этом событии подвели итоги за 2020 год, наградили дивизионы кубками. У нас каждый год подводится рейтинг дивизионов. Дивизионы – это наши школы, из которых приходят дети. Первое место занял 173-й дивизион, это лицей на Новых Домах. Второе место 162-я школа. Третье место Писачинский коллегиум, это областная школа наша. У точці рівноваги поєднуються фізичні можливості людського тіла і досвід, який сидить у людини в голові. І важливо знайти цю точку саме сьогодні, саме зараз, коли відбуваються змагання, аби перемогти на них. Щиро радий бачити кожного з вас. Вподобайте, підписуйтесь, коментуйте та тисніть дзвіночок. Шануємося.